Получается вот так, когда готово. Открываем крышку, вставляем температуру. Мы ставим всегда на максималку. Пошел звук. Можно поставить лучше на балкон. Хотя запах не противный, но на любителя. Уже утро следующего дня. Вот так это выглядит через 11 часов. Все у нас хранилось на балконе. То есть они уже такие, как сказать, подсушенные. Еще давится. Еще плюс 6 часов. О, 6. Да, 6. Вот они уже приобрели такой цвет. Правильный. Уже все отлипают. Как бы, когда с легким, когда они отлипают, значит, это готовность уже такая вот. Почти. Финишная или там предфинишная. В общем, где-то примерно сутки, может, они будут стоять, и все будут готовы. Получилось в итоге. Пока они еще тепленькие, они вот такие уже сухие, уже все отлипли. Вот. Потом они остынут, и все выкладываем в банку. Тут они немножко остыли, и собакам это вот так вот нравится.